Очень важна в новой модели открытости китайской экономики инициатива председателя Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь». И это новая, можно сказать, архитектура международного экономического сотрудничества, формирующаяся вокруг общей идеи реализации совместных инвестиционных проектов. Формула открытости китайской экономики, она сегодня основана на многолетнем опыте успешных экономических реформ, где Китай сумел, с одной стороны, открыться для того, чтобы вовлечь все лучшее к себе, а с другой стороны, создать конкурентные преимущества собственные, которые позволили им свой гигантский рынок освоить самостоятельно. То есть, используя суперсовременные технологии, все-таки Китай не потерял контроль над внутренним рынком. Наоборот, он создает сам внутренний рынок на передовой технологической основе. Поэтому Китай не боится открытости, потому что у него сильная экономика, высококонкурентная, очень современная, высокотехнологическая.